Больше тысячи школьников городского округа Люберцы сдали ЕГЭ. Впервые в округе выпускники некоторых школ могли выбрать новый экзамен по испанскому языку. О результатах рассказал начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина. Напомним, ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных в вузы с 2009 года. Выпускники сдавали два обязательных предмета – это русский язык и математика. Минимальный порог для первого составлял 36 баллов, для второго – 27 баллов. Государственная итоговая аттестация проходила в нескольких формах, и ЕГЭ – это одна из них. Но есть еще такая форма аттестации, которая принята и предусмотрена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это государственный выпускной экзамен. Было 4 человека на нашей территории именно такого характера, которые сдавали государственный выпускной экзамен. Также выпускники могли выбрать два и более предметов для сдачи в высшее учебное заведение. Всего в формате ЕГЭ было организовано 14 таких профильных экзаменов. Новый для нас был экзамен в 2017 году по испанскому языку. Но все 4 языка, которые сдаются в формате ЕГЭ, это английский, немецкий, испанский, французский, так получилось, что мы в этом году принимали на нашей территории, изъявили выпускники такое желание. Фаворитами выпускников для сдачи ЕГЭ стали обществознание, химия, биология и литература. Стоит отметить, что в этом году 160 ребят городского округа Люберцы удостоились золотых медалей. 103 человека по 3 предметам набрали 220 баллов и более. 6 школьников – 100-бальники по русскому языку, литературе, обществознанию, информатике и химии. Если говорить о том моменте, что было провальным и для нас не очень приятным, и особенно неприятным для выпускников, это наличие 11 справок за курс средней школы. Справки, они, к сожалению, имеют место быть, и ежегодно они случаются, но тенденция идет на уменьшение. Для сравнения, в прошлом году 21 ученик получил справку. Не прошедший минимальный порог выпускники смогут пересдать русский язык и математику осенью текущего года с 5 по 16 сентября. Нарушений на сдаче единого государственного экзамена в округе не было зафиксировано. По словам Бунтина, это оптимальная форма проверки знаний выпускников, поскольку тесты школьников проверяют учителя из других общеобразовательных учреждений, что обеспечивает объективную оценку экзаменов. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.